возгорание в правом крыле первого этажа здания, дать команду на эвакуацию и включение пожарной сигнализации. Заместитель директора по безопасности гимназии номер 6 Александр Агишевский сообщает охраннику о ЧП. В учебном заведении вовсю идут занятия. Пожалуйста, я попрошу вас быстренько, дружно встать и построиться. Из учебного учреждения в службу 112 поступает экстренный вызов. На пожаре дорога каждая минута. Возгорание в Челковской гимназии номер 6, корпус 32Б по адресу. Первый советский переулок, строение 32Б. Так началась общая областная тренировка. Легенда максимально приближена к реальности. В одном из помещений произошло возгорание электропроводки. По тревоге учителя ведут школьников в безопасное место, спортивный зал. Во дворе показались красная автоцистерна и аварийно-спасательные машины. Пока пожарные собирали снаряжение, оперативный штаб Щелковского гарнизона пожарной охраны намечал план действий. Штаб 18-му обнаружил пострадавшие из звена 44-й части. Выносится на свежий воздух. Как принял? Принял. В коридорах, наполненных дымом, огнеборцы 44-й и 300-й пожарных частей Мособлпошспаса нашли источник возгорания. Следом за ними шла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Центра гражданской защиты. Аварийно-спасательный отряд Центра гражданской защиты приехал сюда, на территорию школы номер 6, для того, чтобы найти пострадавшего. Это главная их задача. Задача условно выполнена. Пожарные тушили, спасатели вытаскивали. Работали слаженно, быстро. Условного пострадавшего, им стал один из педагогов, спасатели перенесли из очага задымления в безопасное место. Точно так же действуют службы и в реальной ситуации. Был задействован личный состав 44-й пожарно-спасательной части в количестве одной единицы техники и 5 человек личного состава. Данные тренировки мы проводим постоянно, чтобы научить детей и учителей грамотно покидать помещение. О количестве эвакуированных детей педагоги докладывают директору школы. На этом тренировка завершена. Расчет пожарной смены прибыл вовремя, отработано грамотно, слаженно, все уложились в нормативы. На первом месте безопасность детей, и этому уделяется большое количество времени. Общеобластная тренировка организована в преддверии новогодних праздников, чтобы напомнить детям, слаженные действия повышают шансы на спасение. Это в первую очередь привитие, отработка навыков культуры безопасного поведения, чтобы в различных ситуациях дети могли четко оценивать ситуацию, грамотно производить эвакуацию. Условия тренировки были приближены к чрезвычайным, чтобы в реальной ситуации школьники и преподаватели вспомнили, чему учили их спасатели. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Валерий Жиглей, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.